Мы проехали, Яна говорит, у Игоря сантехники какие-то вещи. Они прям лужи были, но капец. Они черные. Вот тут. Вылез вот сюда на сухое место. Вот сюда их кинули. Вот. Угу. Причем неизвестно, кто ночью приезжал. Это то, что ночью сделали. Ночью. Утром в 9 утра бы приехали. И это уже да, были. Уже были тут. Несчастные животные. Чужой сюда не поели. Ну да, да, да. Да понятно, что здесь, знаешь, кормят на этой улице. С этой улицы тоже мы бросили. Знаешь, оттуда. Народы эти. Сволочи. Приехали щенки, которые были в канаве брошены. Ой, боже мой, они совсем крошечные. Совсем крошечные. Совсем. Еле только-только от мамки. Ё-моё, только глаза открыли недавно. Им мамка нужна. Они еще толком есть-то, да, не умеют? Толком так есть не умеют. Ну, понятно, на грязь, да? Поэтому люди услышали, да? Соседом, как Кать, позови. Ладно, сейчас я позвоню. Сейчас, пусть еще посевала на нее. Он еще пытается сосать. Вот он, сиську ищет еще, черный. Сейчас. Вон, это вот, вон, ищет, еще сиську ищет, совсем маленький. И вот таких вот выбросить, а ну что ты скажешь, а? На, зайка, иди сюда. Да погоди, связывать у нас не могут. На, вот. На, зайчонок, погоди, на. Ой, тебе, батюшки. Ой, тебе, батюшки. Да сейчас и тебе дадим, и тебе дадим. Жопы маленькие. Так, значит, новые щенки. Мы пытаемся их маме вот этой маленькой подложить, потому что у них щенков возраст одинаковый. Давай. Ну-ка, как она примет их? Малыши, потому что голодные. Маму тоже надо убрать черную. Примет. Ну, во всяком случае, нормально, потому что их кормить надо. Они тоже подсосники. Да, мой хороший? Подсосники. Тихо, не надо. Иди к детям, иди.